Садат Умурова более 40 лет работает в сфере здравоохранения. Семейный врач следит за состоянием здоровья пациентов разных возрастов, от младенцев до пожилых. Поэтому ей приходится разбираться в разных сферах медицины. Она и педиатр, и терапевт, и гинеколог. Своей повышенной зарплате очень рада. Вчера получили зарплату. Раньше она составляла 15 тысяч сумм. С повышением на руки получила 25 тысяч. Все коллеги восприняли это с большой радостью. Честно, этот день мы ждали долго. Это расчет среднемесячной заработной платы с учетом квалификационных категорий. Дополнительно за апрель в бюджет Ошского территориального управления фонда обязательного медстрахования было перечислено 106 миллионов сумм. 88 825 сумм распределены по области, 17 682 сумма по городу Ош. В общей сложности 14 тысячам медицинских работников Оши было выплачено 385 миллионов сумм. В то же время особое внимание в этом году уделяется и людям, которые обогащают наш духовный мир. Это работники театра, библиотек и музеев. Их заработная плата также выросла. В 2009 году я устроился на работу в музей. В то время мое ежемесячное жалование составляло 1000 сумм. Конечно, этих денег не хватало ни на что. Я рад, что в последние годы стали уделять нам большое внимание. С учетом сегодняшней экономической ситуации, повышение зарплаты своевременно. Работники культуры вносят большой вклад в популяризацию духовных ценностей. Артисты театра имени Бабура, которые выступают мостом дружбы кыргызско-узбекских отношений, благодарны за заботу государства. Повышение заработной платы для них – весомое подспорье. Жакшы иштер болот эт. На поезд жолдор курулат эт. На сузак. За последний год в стране происходит много заметных изменений. Вот Кумтор возвращен, началось строительство железной дороги, строят дорогу север-юг. Мы все знаем и видим, заработную плату увеличивают. Пусть в нашей стране будут только хорошие события. До этого я получала 17 тысяч сумм. На эту зарплату и жили, кормили свою семью. А нас всего 8 человек. Вот вчера я получил около 30 тысяч и очень рад. А что раньше? Идешь на рынок, один раз закупаешься и денег уже нет. В области активно ведется модернизация культурных объектов, реконструируется и здание театра «Бабура», построенное более века назад. Обновленный театр на 500 мест будет сдан в эксплуатацию уже осенью. Чолпон Медетбекова, Миргуль Бокошева, Нуркыс Абдрахманова, Ош.